вставляй, вставляй. И крути. Вот так вот. Раз, мужчины раз, меняют замок, причем да. Вдвоем. Саша, ну, нравится крути, очень крути, слово крути, пассатижи. Крути. Давай покажу тебе, как надо. Давай. Ты вот так вот одним пальчиком держи, вот здесь вот, а другим крути, вот здесь, давай. Держи, чтоб, и крути, вот, крути, а я пока второй буду. Вращается. Вращается. Да. Молодчина, ты уже почти закрутил, крути, крути, а потом второй будем закручивать. Так, а папа? Давай, давай, вот, крути, 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 вот, молодчина, давай. Все, а дальше папа, ну хорошо, наживили, и хорошо, давай, папа. Когда ты с этой стороны ручку придерживай, иди дави на нее, дави вот так, вот, лежи, дави, чтобы она сюда была, давай. Раз, сейчас мы быстро-быстро затянем, держи, дави, дави, дави сюда. Давай, 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 давай. Есть, одну затянули, сейчас вторую затянем. Две руки раз, хорошо, раз, а четыре раз, еще раз, лучше, раз, раз. Да? Раз, 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 а тут раз, очки, раз, это что-то? Очки, ну я же не вижу без очков а ничего. Разные. Красные. Красные. Звездутые какие! Давай проверим теперь. Работает она или нет? Стой. А, давай, заходи сюда. Бабушка будет нас сейчас открывать, закрывать. Давай. Пробуем. Захлопываем. Ну, не захлопывается. Не захлопывается. Почему не захлопывается? Потому что не захлопывается. А тут у тебя не захлопывается. Да, не доставала, не доходила. Сейчас мы подкладочки, подмоточки все уберем. А где закрывается? Вот эти вот штучки. Потому что тут ключик другой, наверное, должен быть. Бабушкины штучки. Это не бабушкины, это радиковые. Радиковые. Другую штучку. Вот, да, ключики. Вставляй пока. Проверь, работает, нет? Вот тут не подходит. Ну что значит не подходит? Держи дверь-то. Дверь держи. Вот, все подходит. Так, ну я боюсь, что надо будет заглублять. Ну, все работает. Глаза закрыл. Ага. Собираюсь наконец-то ехать на почту. Вот такая красавенная женщина. Это еще вы спину не видите. Там спина голая до самой. Так, собираюсь на почту. Что хочу сказать. Мои рыбоньки, что-то вы мне перестали слать посылочки. Что такое? Соберите быстренько ненужные бусинки, коробки от телефонов, которые у вас валяются без дела. Не знаю, какие-то обрезки кружавчиков. Вот, девчонки, все что угодно. Какие-то цепочки, какие-то тесемочки ненужные, какие-то... Ой, да... Мне же все нужно. Вот. А за это выберите украшение, я вам бесплатно пришлю. Ну, выгодный же обмен, правда? Любые бусинки, какие-то сломанные украшения, порванные какие-то... У вас они валяются и выбросятся на помойку, а у меня пойдут в дело. Так что я жду, мои хорошие. Заодно распаковочку покажу. Люди порадуются. Девчонки очень любят смотреть распаковки. А никто ничего не шлет. Прям вот прошу вас, присылайте. А я сейчас буду Толику звонить. Уже столько не виделись. Хоть поболтать с ним. Вы посмотрите. Собрался с папой на квадроцикле кататься. Вот он какой. Да, вот он. По лужам, по грязи. Позвонила Толику. Сейчас приедет.
Вот оно единственное, что хорошо после дождя. Такой воздух чистый. Нет пылищи этой. Но зато лужи. Как они собрались туда ехать, там лужа такая. На квадрике кататься. Саша со мной не хочет, говорю, поехали со мной в город. Я тебе мороженое куплю, игрушку куплю. Нет, только с мамой, папой. Да, это он без мамы и папы, когда их нет, он готов куда угодно со мной. А так мама, папа, все. Бабушка на последний план отходит. Но это всегда дети так. Че тут обижаться-то на это? Ой, так жалко, маки отцвели. И смотрите, уже степь желтая. Становится все. Едут, едут. Так что? О! О! Привет! Там лужа! Проехали. Ну, какое счастье, да, когда у ребенка есть папа, с которым можно и замок отремонтировать, и на квадрике покататься. Костя-то у меня вырос по-другому. Папе нафиг не нужен был сын. Скоро машину сдавать ехать. Да, я думаю, опять продлят. Ну куда без машины? Хоть бы погода наладилась. Ой, хоть на море бы поездили. Ну что это в дождях-то? Костя уже Таня говорит, я уже в Мурманск хочу. Ну, конечно, в Мурманске теплее, чем тут. Вот так. Вот техника какая. Сел и поехала. Не он. Это еще мой хороший знакомый, тоже Виктор. Так. Толика нет. Сейчас приеду. Вот он. Вот он. В панамке. Здравствуйте, мужчина в панамке. Сто лет тебя не видела, в очках весь прям. Так, ты меня завези денег снять сначала. Так, куда? Вот на это? Да, на площадь. Потому что на почте в России везде картой можно рассчитаться, а тут наличку только. А потом на рынок на юбилейный съездим, ладно? Надо зелени купить, посадить. Все перекопали, все, короче, меняем все. Когда уедет он? 7-го они улетают. 7-го? Ага. А, так это еще в июле? Да. Да, у него там на работе коронавирусом начали болеть. Очередь за деньгами.
Смотрите, какой постриженный, смешной. Ой, какой смешной. Сразу народ повылезал на улицу. Прям. А то все вчера в магазин. В дождь-то. Больше делать нечего, только в магазин. Ни разу в этом магазине не была. И вот в этом тоже не было. Он в том году, что ли, открылся. А что мне там, собственно, делать? Вот. Любимая почта. Ой. Леночка из Самары. Наконец-то я отправила вам бандерольку. Девчонки, сейчас сама смеемся. Я захожу, мне девочки говорят: ой, что-то у вас давно нет. Я говорю: никто не шлет посылки мне. И мне все некогда. Вот. Это вот что, старость или что это? Я купила 3 билета. Никогда я их не покупаю. Это Иринка у меня все билеты лотерейные покупала. Но я просто увидела, что розыгрыш 1 августа. А у меня же 1 августа, у меня день рождения, у Рыжика, у моего, у Егорки день рождения и у Гриши день рождения. Вот, ну вот таких было только 2 и вот такой один. Вот, я их подпишу. А вдруг? Ну вдруг, мало ли, да? Вот. Выиграю и отправлю. Ой, точно, наверное, старость. Так, ну вот я на рынке. Еще не забыть бы зайти в этот самый аптеку. То у меня мизим кончился. Вот какие тазы огромные. Можно было бассейн не покупать, Саша. В тазу в таком. Так, я иду за растениями. Только что там такое выставили? Сувениры, наверное, какие-нибудь. Что тут? Вот не люблю я такое. Ёжики из ракушек. Не люблю. Ну, ракушки это не черноморские. Так. Понятненько. Анкалеусты. У меня 3 сорта были посажены. Так, а тут что? Ага, вот они. Вот эти надо купить. Так. Угу. Огурцы уже по 40 рублей. Ага. Вишня, черешня. Вишня 130. Так, Таня просила вот эти ромашки. Вот они. Вот они, красавцы. Ребят, вы такие загорелые. Так мы с на юге. Несмотря на дожди. Что, время придет. Позволит. Так, Саш, ну-ка посмотри на меня. Вы посмотрите, кто это у нас с ушами, с носом, с когтями с такими. Давай, давай сделаем бороду, давай вот такую. Ну-ка, ну-ка, глянь. Давай, давай. А как ты говорить-то будешь? А говорить как будешь? Давай еще чуть-чуть. Саня! Не знаю, куда тебе. Давай сделаем еще длиннее на нос. Нет, а что сделаем? Рот. Рот. Зам. Ну-ка. Отлично. Глазки. Давай на ночь будем так делать. Вот так. Все. Разговаривать не будем. Закрывай. Глазки. Иди, буди парней. Тай. Напугай их с просонья. Врежешься, осторожно. Он видит что-то? Нет.
Ha, ha, ha.